Я могу сказать, что побывало там за это время огромная масса людей, потому что первые три недели с момента моего туда попадения вопли истязаемых людей я слышал каждую ночь. Не всех из них я видел. Некоторыми мне устраивали очные ставки. Там, к примеру, мальчика задержали за то, что он срывал листовки о референдуме. Его как собачку провели по городу, вы видели, наверное, запись. Потом завели в эту камеру, залили все ему лицо этим баллончиком. Он сидел там. Закрытое помещение, они сами кашляют. И меня еще завели, чтобы он опознавал. Как они пили, как издевались? Я не хочу об этом сейчас говорить. Вот сюда за ухо прицепляли клипсой канцелярский провод, а второй вот сюда вот на брюхо. Крутили армейский телефон. Нажимали на кнопку. У меня било током, я сидел так в наручниках, лупило. Пока пена не пошла изо рта. Задают вопрос и начинают, ну, допустим, бить током. Или электрошокером бить. Вот и дойдут. Протоколов, допросов никто не ведет. То есть ответы твои не интересуют никого. Интересует только возможность поиздеваться над человеком. Заходит один боец, там, начинает, допустим, разряженным пистолетом там в глаз мне направлять, щелкать там. Заходит другой доктор, говорит, открывай рот, буду тебе сейчас зубы выдергивать с инструментом. Но доктор это получалось неубедительно, потому что шибко доброе у него лицо, я улыбался ему. Он мне рот и не открыл. Это было на протяжении первых нескольких дней, пока у меня не возник контакт с большинством из этих людей. Кроме того, что там были местные жители, несколько активных коммуняцких женщин, громко кричащих, там еще была банда тетушек. Я их лично видел на других акциях, на обороне обладминистрации, к примеру. Возле посадки стояли микроавтобусы с бойцами «Беркута». Это на тот случай, если бы там что-то пошло не так. Пост ГАИ в счастье окружали около 18 автоматчиков. Они не вмешивались в происходящее никак, хотя все происходило в непосредственной близости. Вся эта ситуация, долго тянущаяся и такая жесткая, там несколько было стычек достаточно кровавых, кровь текла, и у меня в том числе. И вся эта ситуация прекратилась только в тот момент, когда я сел в машину, как по мановению волшебной палочки. Все закончилось. Привозили они баронов местных, отжимали у них автомобили, полный двор к концу моего пребывания. Если я заехал туда, во дворе стоял один ГАЗ-66 «Родийка», то к тому моменту, как я оттуда уезжал, каждый из них, уважающий себя сепаратор, имел под жопой офигенскую тачку, рядом, ну, какая там по вкусам тёлка у него, и они просто шоколадные зайцы были. Это же элита, это СБУ, самое такое. Надо иметь внутреннюю убежденность в своей правоте и верить в Бога. И тогда тебе будет вообще плевать, что с тобой делать. Это будет происходить как бы рядом, понимаешь? Ты в какой-то момент понимаешь, что тебя пытают, но это как бы ты на это смотришь как со стороны. Да, больно, вопросов нет, орешь там, все дела, но морально сломать сложно. Для этого надо больше времени и более опытные люди нужны, понимаешь? Они этого делать не умеют, они обычные люди, им тоже противно пытать меня. Я видел в какой-то момент, что они, ну, испытывают душевный дискомфорт из-за этого, ну, люди же. Понимаешь? И как бы все это делалось не очень от души, не очень. Это могло быть гораздо жестче, могло быть гораздо серьезнее, если бы была у них мотивация. Но мотивации не было. Они смотрят на меня и видят себя, потому что я такой же, как они. И они такие же, как я. Просто у них промытые мозги, а у меня свои родные, вот и все. Почему родные? Потому что скажу, 5 лет назад я телевизор выбросил из дома и не смотрю его. Поэтому способность мыслить самостоятельно у меня еще сохранилась.